Смотрите, по-моему, тоже здесь, в Огарёво. Поэтому у нас с вами хороший... Россия и Китай не строят никаких военных союзов, по примеру, времен Холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки в международных организациях и, прежде всего, в Организации Объединенных Наций. Мы с вами несколько лет назад встречались, и, по-моему, тоже здесь, в Огарёво. Поэтому у нас с вами хороший... Мы все это видим, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается. Ну и, конечно, немаловажное... Все возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере. А что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружения перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики. И деловые отношения в то же время. 面对国际风云, 变化, 以领导俄罗斯, 有利应对各种风险挑战, 事实证明, 任何困难都压不倒您和俄罗斯，中方对此表示钦佩。我这次来啊，主要是落实习主席与你形成的共识，以邵伊古部长一道，进一步深化两军务实合作。 Очень успешно.